Очередная трагедия на воде. Накануне в полутора километрах от сыктывкарского поселка Верхняя Максаковка утонул 15-летний подросток. Он вместе с приятелем купался в Сысоле без присмотра взрослых. Тело мальчика обнаружили, сообщает региональный следственный комитет. Идет проверка. Добавлю, с начала года на реках и водоемах Коми утонуло уже 8 детей. Спасатели напоминают, нельзя оставлять детей без присмотра. Если купаться, только в специально отведенных для этого местах. На оборудованных пляжах. Не приближаться к лодкам и не заплывать за буйки. В случае ЧП незамедлительно звонить спасателям 01 с мобильного 112.